Основание прометено, достаточно качественно пролито, слой уложен. А основная проблема при укладке дорог – это шов стыковочный между полосами укладываемого асфальта. Здесь он пролит гудроном. Обувь ревизоров еще прилипает к свежему асфальту. Укладка верхнего слоя на участке близ совхоза в Ярославском районе в активной фазе. Идет подготовка к отсыпке обочины. Вместе с представителями общественности ход работ контролирует и заказчик. На данном участке работы ведутся с опережением графика. Планируется работы сдать к концу месяца. Значит, контроль осуществляется в плановом режиме. На сегодняшний день в лаборатории уже взяты 17 проб, из них все положительные. На объект уже не раз выезжала государственная комиссия. Нарушения были, в частности, в гудронной проливке швов и отсыпке обочин. Сейчас нарушения устранены. Здесь протяженность 5 километров 600 метров. На сегодняшний день полностью закончен нижний слой. Уже практически наполовину сделан верхний слой. Все пока у нас положительно, вопросов нет. Всего в этом году в Ярославской области планируется отремонтировать 30 дорог общей протяженностью больше 80 километров. Из бюджетов всех уровней на эти цели выделено почти 1,5 миллиарда рублей. Юрий Кораблев, Евгений Бушуев. День в событиях.